25 многоквартирных домов исключены из реестра проблемных объектов. Об этом сообщили на заседании правительственной комиссии под председательством вице-премьера Манвела Мажорца. Все дома прошли проверку. С 2021 года из списка проблемных домов исключено уже 148 объектов на территории Махачкалы. Манвел Мажорц поручил Минстрою совместно с региональными контрольно-надзорными органами разработать корпус документов с конкретными требованиями к застройщику, выполнив которые, он сможет продолжить строительство. Каждое решение, которое мы здесь принимаем, оно должно быть очень сбалансируемым с точки зрения защиты населения и не дать возможности, значит, там, различным деятелям реализовать свои там, экономические, значит, интересы.